Осторожно, открытое окно и дети. Под таким девизом проходит акция о предупреждении травматизма среди детей. Статистика показывает, что с наступлением тепла увеличивается количество несчастных случаев, когда дети выпадают из окон. С начала этого года в Иркутской области зафиксировано 16 падений. За такой же период прошлого года в регионе их было 19, два смертельные. Целью акции является привлечение внимания взрослых к проблеме оставления детей без надзора и сохранению жизни и здоровья. Сейчас лето, это особо актуально, окна открыты и доступ к ним свободный. Поэтому вот решили провести такую акцию. Не стоит рассчитывать на москитные сетки. Облокотившись на нее, ребенок может выпасть из окна вместе с ней. Лучше всего открывать окно сверху, а не снизу, поставить специальные фиксаторы и отодвинуть мебель, по которой чадо может забраться на подоконник. Об элементарных правилах безопасности рассказывают взрослым школьники. Хочется заострить внимание вообще мам, пап, чтобы тоже следили за детьми. Тут бывает такое, что ребенка ставят на окно, а сами уходят. То есть хочется, чтобы следили за ребенком. Окно бывает же открытым, а бывает закрытым. Может произойти все, что угодно. Другая причина детского травматизма – дорожно-транспортные происшествия. Во дворах ребята часто остаются без присмотра, уходят с игровых площадок и оказываются под колесами машины внутри домовой территории. С 1 июня зафиксировано 13 ДТП с несовершеннолетними велосипедистами на городских дорогах. Особо отчаянные подростки воруют ключи от родительских машин, чтобы прокатиться, выезжают на трассу и попадают в аварии. В некоторых печальных последствиях виноваты взрослые, которые покупают чадом мопеды, разрешают ездить без прав и сами пренебрегают правилами безопасности. Пассажиры, это, как правило, родители не соблюдают правила перевозки детей, перевозят их без детских удерживающих устройств. Особенно это отмечается, когда родители возят детей, например, на водоемы купаться, считают, что проехать недалеко, и просто-напросто детей садят в машину, нарушая все правила. И везут. Да и сам отдых около воды небезопасен. Сотрудники ГИМС настоятельно рекомендуют не отпускать детей одних на водоемы, а взрослым не находиться на них в состоянии алкогольного опьянения. Из-за халатности может случиться непоправимое.